Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю необыкновенно нежный, аппетитный, сытный и очень вкусный салат, который просто великолепно смотрится на столе и полюбится вашими родными и близкими. Куриную отварную грудку нарезаем на кусочки и измельчаем мелким кубиком. Два яйца также нарезаем мелким кубиком. Сыр натираем на крупной терке. Выкладываем в тарелку измельченную курицу, яйца, тертый сыр. Солим и перчим по вкусу. Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Два помидора также нарезаем мелким кубиком. Жидкость сливаем. Она пригодится для соуса или супа. Помидоры солим по вкусу и перемешиваем. Берем любую формочку и аккуратно выкладываем в нее подготовленную начинку, слегка придавливая, особенно возле стенок, чтобы получилась отличная форма. Сверху выкладываем помидоры и также придавливаем. Аккуратно убираем формочку. Украшаем по своему усмотрению. Я решила сделать цветочки из кукурузы. Оформляем тарелку петрушкой или укропом и подаем к столу. Смотрится такой салат просто великолепно. А готовится быстро и легко, из простых продуктов. На вкус получается нежный, сочный, аппетитный и очень сытный. Рекомендую приготовить вам этот замечательный салат. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю приятного аппетита и удачи! Пока-пока!